К концу года зарплаты учителей должны сравняться со средними по экономике во всех регионах, а затем повышаться ежегодно. Об этом на совещании по школьному образованию заявил Владимир Путин. По итогам года средняя зарплата учителей сравнялась или превысила среднюю по экономике в 13 субъектах. В 34 лишь немного уступила средней. В текущем году вопрос по зарплатам учителей во всех регионах должен быть закрыт окончательно. В дальнейшем, после достижения уровня средней по экономике, повышение дохода учителей из года в год должно стать обязательным. Людям важно чувствовать стабильность, но рост зарплаты должен быть тесно привязан к повышению качества работы, сказал президент.